Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Джонни Паппет, а мы с вами начинаем играть в новую игру, которая называется SnowRunner. Это у нас симулятор. Симулятор внедорожников. Вам, наверное, до боли знакомы такие названия, как Spin Tires и MudRunner, вроде бы. Вот, это игра подобие тех двух. То есть у нас есть грузовички, есть куча препятствий, то есть препятствия, имею в виду, природные условия, скажем так. Так, берем ручник. Окей. Все, погнали. Есть локация, где мы будем выполнять различные задания. Так, включим полный привод. И как-то осваиваться на этой территории карты, я не знаю, как это, на локации. Мы проснулись, скажем так, и приехали в наш городишко. Прямо сразу такая грязь на грязи появляется. Прям сразу жесткая грязюка. И вообще, что из себя представляет эта игра? Мы будем управлять мощными грузовичками разных таких брендов, как Ford, как Chevrolet, и выживать, и покорять суровые природные условия, потихонечку выполнять контракты, выполнять задания и как-то переходить на новый уровень в своей карьере. Типа так. Что нас ждет впереди? Нас ждет непреодолимая грязь. Буксует, мне нравится. Проливные дожди, замерзшие озера. Выполняем, в общем, будем выполнять разные, еще раз повторюсь, задания и контракты. Как-то так. Технически игра, в принципе, что она может нам представить? Знаете, немного не хватает, наверное, спидометра и тахометра. Но вообще, что она может нам предоставить, это вот полный привод, который я сейчас отключил. Есть понижайка, то есть пониженная передача. Оп, сейчас включим обратно. А, и также есть повреждение. Ну как так? Типа сразу 9. 9 повреждений двигателя. Ну я только дотронулся, она уже сразу типа не дотрога. Куда бы деться? Из повреждений у нас здесь есть... Что мы можем повредить? Это то есть колеса. Имеется в виду колесо в целом, наверное, туда входят и ступицы, и рычаги какие-нибудь. Также есть то количество топлива, сам бензобак, сам двигатель, то есть и его изношенность, скажем так, сама трансмиссия, то есть коробка передач. И вот как-то так, по идее, больше ничего. То есть 5 наименований, которые поддаются ремонту и разрушению. Осмотр местности. Вы встречаете различные типы местности. Вам встретится дорога с покрытием, грунтовка, жидкая грязь, вода, каменный осыпь, снег, лед. Спасибо большое. Зачем мне ручник? И у нас новое задание — найти наблюдательную вышку, куда мы едем. В этой игре, ребят, можно делать для самого себя разные приколюшки и занятия. Те, кто любит побуксовать, те, кто любит оффроуд и все отсюда вытекающее. Так. Дерево. Проедем по дереву. Оп. Ничего, мы не можем. Давай сюда. Те, кто любит покатушки 4×4, для тех игра вообще просто бомбическая будет. Оп. Сразу забегу вперед, чтобы преодолевать большие препятствия и озера. Нам нужен будет шнорхель. АЗС. Отлично. Еще и заправляться будем. Скорее всего, бесплатно, потому что я играю второй раз. Так, да, давайте зальем. Отлично. Погнали. Закрыть, простите. Ну, еще раз повторюсь, ребят, да, сюда бы тахометр и спидометр, чтобы как-то более глубже погружаться и как-то ориентироваться в технических характеристиках транспорта, потому что не хватает. Соответственно, полный привод жрет быстрее, ну, я имею в виду, жрет больше бензина. На понижайке мы не можем кататься так, как... Что-то я не туда поехал, ребят. Так, как хотелось бы, потому что пониженная передача нужна только для того, чтобы преодолеть какие-то препятствия, где нужен высокий крутящий момент колеса на высоких оборотах. То есть, чтобы колесики крутились... так как надо. Ну, если прям вообще упростить. Для... Если тот, кто не знает, как вообще эта система работает автомобильная. Потом мы в любом случае продемонстрируем, как эта вся система работает. После того, как... Оп.
застрянем. На понижайке очень хорошо выезжать из всяких вот сугробиков. А визуальная составляющая, ребят, мне она тоже тут нравится. Тут пачкается машина. Прям вообще все бомбически. Прям офигенно, мне нравится графически составляющая. По лужице проехал, машина очистила. Ну, я бы не удивился, если бы такого не было. Вернее, удивился бы, если бы такого не было. Все-таки 20-й год. Так, нам куда надо? Ага, нам надо вот сюда. Оп. Игра неторопливая, сразу предупреждаю. Здесь каких-то гонок на скорость не будет, потому что все-таки это бездорожье. Это у нас симулятор. Где мы потихонечку добираемся. А повреждение 2,2. Да как? Какая-то неженка автомобиль. Отлично, мы доехали. Обнаружена наблюдательная вышка, с помощью которой нам открывается местность. Да более знакомое, да, ребята, ощущение. Мы такое видели в Far Cry и в Assassin's Creed. Когда ты в Far Cry занимаешь точку, очищаешь, сразу открывается локация. Или в Assassin's Creed тоже подобное. Как-то так. Вот теперь нам доступна вот эта вот территория. Давай выйдем отсюда и отправимся на новое задание. Так, слушайте, а если я... Куда нам надо? Нам надо, по идее, вот сюда забрать грузовичок. А я нахожусь вот здесь. Конечно, можно прям тупо поехать сократить. А мы сейчас так и сделаем. Потихонечку, конечно, поедем, но... Также и понижайка, то есть пониженная передача нужна для того, чтобы просто аккуратно спуститься с горочки, даже на том же самом льду. Допустим, кто ездит на автомате, вот обычно спускается на льду, я имею в виду в реальности, не на механике, на автомате, он переключает на эльку, чтобы не тормозить педалью, потому что будет машина скользить, а потихонечку... Потихонечку двигаться на низких оборотах с наименьшей скоростью. Тем самым как-то контролировать, если что, занос. Окей, мы доехали. Вот здесь нам дадут новый грузовичок. Топчик. Отлично, обнаружена новая машина. GMC HM950. Сразу, ребят, забегу вперед. Машина фу-фу-фу. Давайте пересядем. Машина... Фу-фу-фу. А, вот она. Немножко навигация тоже неудобно. А вот, обнаружена машина. Вы нашли новый, свой первый шоссейный грузовик. Этот грузовик предназначен только для езды по дорогам. Постарайтесь не заезжать на нем в болото или глубокую грязь. Спасибо большое. Конечно. Там, где сплошное болото, мы постараемся туда даже и вообще не заезжать. Пошутили, да? Тут куда ни сунься, такое впечатление, как будто это всю локацию все время топили. Так, а куда нам надо? Так, а нам надо... А, нам надо сделать, ребята, вот так вот. Взять контракт, точно. Будем ремонтировать старый мост. Он находится у нас с правой стороны. Ага, нет, сначала нам нужно заехать вот сюда. Да. Так, ремонт моста, спасибо большое, мы это все поняли. И не хватает вида от первого лица для более такого погруженного, для более погружения в игру. Более погружения в игру. Все это говорю какую-то порой такую чушь, ребят. Так что не обращайте на меня внимания. Меня порой, говорю, эмоции меня переполняют, что я начинаю... Оу, как хорошо. Как хорошо пошли. Начинаю нести всякую ересь. Несоответствующую действительности. Прям хорошо пошла. Можно, конечно, я говорю, можно специально провоцировать, заезжать в ямки. Но это кто вот любил в детстве, как говорили, играть в машинки. Это игра для тех. Для тех, кто любил ковыряться, играть в машинки, типа того. Так, сейчас берем металлические рейки, отвезем
Надеюсь, отвезем, если получится. Так, как бы нам так объехать? Так, не сюда, да? Вида от первого лица, вот, серьезно, не хватает. Ну, я, по крайней мере, не нашел. Так, надо повернуть вот сюда, да, будет. Ох. Тихо. Аккуратно, аккуратно. Отлично, все. Закрыть. Забрали наши речки. И двигаемся к мосту. Также можно находить, ребят, прицепы, которые нам дают тоже плюшки. Так, а куда нам надо ехать? Допустим, если какие-то заказы делать вдвойне, допустим, больше чего-то привезти, ну, дальше посмотрим. А еще, ребят, здесь знаете, что есть? Есть лебедка. Как бы то вот ее бы не было тут видно, но она есть спереди и сзади. Но ее здесь почему-то забыли нарисовать, что ли? Как-то... Вот видите, я прицепился лебедкой. Конечно, я столб снесу, наверное. Но сейчас посмотрим, давайте. Это если вдруг я, типа, бы застрял. Вот, с помощью лебедки мы будем себя вытаскивать, если что, если вдруг застрянем. Оп. Погнали. Погнали. Так, сейчас... Подождите, давайте нажмем. Куда нам надо двигаться? Ага. Нам надо вот сюда. Вот так вот. По грязи, по воде. Потихонечку будем ехать. Грузовик ужасный. Просто ужаснейшийся. Серьезно. Он ни хрена не едет. Особенно по грязи. Хоть у него и полнопривод. То есть у него идет вообще, по-моему... Ну да, у него два моста... Сейчас мы даже посмотрим. Можно определить по редукторам, которые, вот видите, вот, вот они, мост. Мост, видите, слева? Ну, посерединке такие шарики. И вот на заднем, на среднем шасси, скажем так. А впереди просто балка. То есть у него 4 колеса ведущих. Так. И пониженная тоже есть. То есть он полноприводный уже сразу идет. Но по грязи этот грузон вообще ни о чем. Без понижающей сложно выехать из какого-то, не знаю, вообще маленького подъемчика. Ну, мне нравится. Да ты. И жрет он, ребят, как вонючий ветер. Серьезно, очень много. Так. Газу не останавливаемся. Давай. Кардан вращается. Все просто офигенно. Осталось совсем чуть-чуть. Нам доехать. До моста. Так. Оп. Отлично. Дело сделано почти. Это моя метка стоит, поэтому она такая синяя. Обычно тут нет ничего. Оп. Тормози. Так, разгрузка. Мост почти построен, только не знаю кем. Вроде людей нету. Так, окей. Закрыть. Но для того, чтобы все это функционировало, нам нужно еще найти деревянные доски. Соответственно, отправляемся с вами, ребят. Даже фары есть. На лесопилку. Оп. Да ну... Прям задел сразу двигатель, повредился на 3. Ну что ж ты такая недотрога? Ну это же не серьезно. Прям куда бы деться. Прям неженка такой. Ну, в нем прочности... Блин, как мне нравится эта канавка. Но на этом грузовике я сюда даже рыпаться не буду, ребят. Сюда надо какой-нибудь джипчик крутой. Ой, я, по-моему, проехал. По-моему, я, ребят, проехал поворот.
чуть-чуть сдадим назад. И вот сюда. Оп. Газу, газу. Там даже водитель есть. Даже крутит руль. Только вот вид от первого лица забыли нам включить. Сразу пробуксовочка идет. Говорю, как будто тут все время... да что ты будешь делать? Топили, топили эту местность. Да ну ты брось. Ты должен выехать. Конечно, ему сложно будет ехать, вообще выезжать. Тяжелый. Зарыться ему как делать нефиг. Потому что он очень тяжелый. Мы, конечно же, объедем. Здесь тоже просто пролетим. Отлично. Заодно колесики помыли. Тут, говорю, просто красиво сразу так шу. Поехал, проехал по грязи. Потом водичку. И все чисто. Конечно, все равно YouTube после записи он не передаст ту красоту, которая здесь изображена. Немножко пожмет, пережмет файл. Ну да ладно. Так. Конечно, буду стараться не заезжать. Так, наверное, пиломатериал лучше всего искать в лесопилке. Лесопилки. Приступим. Ну, соответственно. Смотрите, ребят, что у нас здесь есть. У нас здесь есть... Мы можем загрузить себе на борт, а можем забрать вот этот прицепчик. Но мы же не ищем легких путей, правильно? Настолько все хардкор, да хардкор. А я не хочу выпадать в эту колею грязную, потому что я потом оттуда реально не выйду. Так. Ой. Ой. Отлично. Как бы то ни было забавно, ребят, но я только что снес... Так, прицеп прицепили. Снес забор. И мне ничего не засчиталось. Здесь можно также посмотреть, скажем так, урон, который... Повреждение. Мы нанесли своему грузовичку... Но мы поедем. Слушай, а может быть сразу еще загрузить? А потом... Давайте ради прикола. Мне кажется, это будет... Так, зачем мне лебедка? Отпусти. Так, я не знаю, чем я сейчас буду какой-то ерундой заниматься, ребят. Ну, может быть, они потом мне пригодятся? Давайте посмотрим. Кажется, я сейчас... Попаду в прям конкретно. Блин, как тут мышка? Открепить прицеп. Неудобно немножко. Так. Сейчас мы сделаем. Мы сейчас вообще досок наберем. Там, правда, нужно два палета вот этих вот, которые есть на этом грузовичке. Ну, вернее, на прицепе. Но мы же... Правильно? Не ищем легких путей, как я говорил. А, деревянные доски, да. Ага. И можно... Ой, простите, подождите, давай. Я все загрузил. Все. Если я сейчас еще подцеплю вот этот прицеп, у меня такое впечатление, ребят, что мы ни хрена не доедем. Попробуем, попробуем, потому что машина будет настолько тяжелая. Ну, я, может быть, потом куда-нибудь продам. Я не знаю. Смотрим. Сейчас прицепим. Опа. Так. Все. Погнали. О-о-о. Тяжело. Тяжело реально тащить. Прям вообще тяжело, тяжело, тяжело. Попробуем в колею не заезжать, не попадать ни на громульку, потому что это боль. Вот тут вот лужица, мы должны ее преодолеть. Давай, 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 давай. Давай, давай. Слушай, ну пока идем отлично. Это тьфу, конечно, но... Тихо, 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 спокойно, спокойно. Я не буду
мчать, как-то топить. Я буду просто ехать аккуратно, чтобы не застрять. На воде останавливаться тоже не буду. Блин, ну нельзя камеру повернуть, да? Как-то придется вот так вот ехать. О, сейчас, наверное, будет тяжело ему в горочку езжать-то, а? Сейчас посмотрим. Бип-бип. Давай. Зато помылись сразу. Давай, газу. О май гад. Подъем просто жесткий. Ну, чувствуется, машина идет с такой нагрузкой тяжелой. Давай. Ну, если что, мы врубим понижайку и... Тихо. Разогнался. Куда ты разогнался? Бачок покоцал. Повредил, простите меня. Она же неуправляемая нифига вообще. Особенно такая тяжелая, когда. Так. Потихонечку входим в поворот. И... Опа. Интересно, вот сюда надо двое досок, да? Откуда заберут? Ага, раз мы подъехали перед ком, значит, забрали из нашей кабины. Отлично, вы перешли на новый уровень, набрав определенное количество опыта. Вы переходите на новый уровень. Каждый уровень открывает доступ к приобретению новых транспортных средств и модулей. Для некоторых задач также требуется определенный уровень, чтобы открыть досье водителя. Нажмите F4. Спасибо большое. Да, мы здесь получаем опыт и денежки. Так, досье, да? Угу. Задание найти гараж. После моста, так, F4. Ага, профиль. Поручение, Мичиган, Аляска, Таймыр. Круто. Погнали до гаража. Гараж, я сразу скажу, ребят, где-то находится прямо у нас по курсу. Где-то прямо по курсу. Зачем я за собой везу этот прицеп, я сам не знаю. Ну, может, он нам пригодится? Так, вот сюда пойдем, да, наверное? Ага, гараж, стрелочка показывает в эту сторону. Ну все, а здесь началось бездорожье. Так. Найти гараж. Ага, вот. Ого, как далеко. Очень далеко ехать, ребят. У меня 167 литров, надеюсь, мне хватит. Слушайте, можно... Подождите, куда-нибудь... Только если через вышку вот так вот проехать вниз, тут открыть территорию, потому что, да, давайте, наверное, повернем. Ох, зря я еду в эту чачу. Я же хрен отсюда выйду. Мне придется распрощаться с нашим прицепом. Как говорится, танки грязи не боятся, а нет! Боятся, ребят. Потихонечку зарываемся потихонечку. Это уже не очень хорошо. Придется либо его бросить, давайте включим пониженную. Потому что на пониженную потихоньку выйдем. Давай. Лебедку, ну. Так, тут только одно дерево, да? А вот прямо есть дерево. Вот и доехали. Нет. А, как-то это все вкриво в кость. Вот так вот. Оп. Отлично. Слушайте, лебедка нам помогла. Надо, короче, как-то... Надо было. Фак. Приехали, ребят.
Мне нравится, как мы приехали. Давай, 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 давай. Давай пониже нагрубим, а то мы так очень долго будем ехать. Не, давайте все-таки бросим здесь прицеп, потому что это нереально с ним выезжать отсюда. Так, открепить прицеп, все. Не поедем без прицепа, потому что он слишком тяжелый, ребят. Мы не можем с ним проехать. Мы просто вязнем. Да мы и так и без прицепа вязнем. Нам нужно какое-нибудь дерево. О, отлично. Слушайте, тогда можно прицеп обратно забрать. Оп. Так, неудобно навигация. Слишком далеко прицеп. Окей. Так, давайте. Докуда сможем добраться? Пока есть топливо, давайте повозимся в грязи. Кто хочет повозиться в грязи, тот ставьте лайки. Кому нравится возиться в грязи, ребят, ставим лайки. Отлично, лебедку закрепили, теперь можно на нейтралочку, вернее, не на нейтралочку. Во-во-во. Давай. Давай. С помощью лебедки, нам лебедка очень помогает в такой ситуации, ну хоть чуть-чуть. Спасибо. Так, отпустить. Ну все, все. Дальше мы опять, блин, ребят. Ладно. Все-таки действительно, давайте распрощаемся с прицепом. Еще разочек дубль 2, потому что... Ну, потому что это нереально выехать с ним. Он очень тяжелый автомобиль становится. Ну, интересно, мы можем сломать дерево? Или нет? Ну, давай. Кстати, начинает темнеть, это очень плохо. Ну, вот так вот, весь геймплей, ребят. Поехал я, сократил, ага. Господи ты, боже мой. Ну-ка. Давай, вот так. Лебедочка, ты должна помочь. Давай. Газу. Давай. Тяжело, ребят, тяжело. Не может он выехать, не может. Я тут, ребят, подумал, я... В общем, сделал эвакуацию. И решил поехать. Решил поехать и как бы вот прямо поехать и все. Потому что я устал выезжать туда, я просто не смог выехать. Глупая была ошибка сворачивать вот туда вот, направо. Потому что там я вообще не проеду, на этом грузовичке. Надо было вот здесь вот ехать прямо. Ну потом, по возможности, если что-то появится, более-менее. Сможем забрать прицеп, который мы там оставили. Ну а так потихоньку едем. Немножко появляется туман у нас. Так, а нам надо в гараже добраться, да? Ага, все правильно, гараж у нас вон там. Как не хватает вида от первого лица иногда. Так, а тут у нас такой... Типа ближний и дальний свет только один. Потом дальний. Так, я правильно еду сюда? Понял, не сюда.
Дальше. Ну, это ужасный грузон. Но он не для бездорожья, соответственно. Да, надо что-нибудь такое. Протектор побыля, полегче. Ничего ж не видно. Так. Ёперный театр, там вода. Тут у нас водица, а тут у нас проезд, да? И вот что делать. Давайте посмотрим, сможем ли мы проехать эту воду. Да сможем, но обычно лужится. Нормально, проехали. Блин, камера порой хочется со мной вращать. Неудобно. У нас что-то топливные баки горят. Зеленые. Отлично, мы доехали до гаража. Мне это нравится. Это то, что ночь. Мне не нравится. Куда ехать? Вообще ничего не вижу. Просто не видно, куда ехать. Обнаружен гараж. Вы нашли свой первый гараж. Собственно, в этом состоит суть игры. Исследовать, находить наблюдательные вышки, выполнять контракты за вознаграждение, находить гаражи, в которых можно улучшать и покупать автомобили. Давайте зайдем в гараж. Давайте. Найдено улучшение. О! Какой-то, какая-то тачечка. Обнаружен. О! Флит Стар. Так, гараж используется для хранения, улучшения, приобретения, продажи. Так, это мы знаем. Переезд. Нет необходимости выполнять все задания в одном регионе, чтобы переехать в другой. Некоторые редкие автомобили и ресурсы можно будет найти только в других регионах и населенных пунктах. Давайте попутешествуем. Приготовьте машину к переезду, поставив ее на стоянку, на, короче, на ручник. Окей. Ну, типа, ваша машина помещена на стоянку, все готовы к поездке. Пойдем на карту мира с помощью кнопки G. Господи ты, боже мой. Ага. Как нетрудно заметить, вы сейчас в штате Мичиган. Давайте отправимся в Аляску, чтобы сменить регион. Нажмите Е. Хм, давайте. Вот она. Так, здесь вам доступен только один населенный пункт. Туда и отправимся. Северный. Ух ты, нифига себе. Вау, так нифига тут карт получается очень много. Так, для вас уже готов гараж, пока что он будет вашей основной базой. Затем заедем внутрь на вкладке объекты, выберите гараж. Так, подождите, что-то как-то. Так, гараж. И заедьте в него. А, ну просто. Окей, я понял, спасибо большое. Типа у нас будет сейчас загрузка. Северный порт Аляска, США. Хм, зима, говорите? О, нефть какая-то. Опасно на таком грузовичке нефть возить. Он может еще и перевернуться. А в гараже пусто, поскольку ваша машина на стоянке. Да я уже понял, спасибо. Машины. Так, а что у меня только... доступно в автомобиле? Ну, ребят, а путешествовать по Аляске мы будем уже в следующей серии. Почему-то мне надо было тот Флетчер, который мне дали в том гараже... отремонтировать или заправить. Он как раз для прицепа хорошо подойдет, потому что он без прицепа, а здесь задание взять прицеп. Но в любом случае мы уже будем по Аляске катать в следующей серии. Вы были на канале Джонни Паппет, не забудьте подписаться, написать комментарий, поделиться этим видео. Всем пока-пока.